И снова здравствуйте. Что такое нервы? Огромное число преступлений совершается вполне дееспособными, даже порой добрыми и милыми гражданами, которые, сорвались, нервы не выдержали, дал ей или ему по фейсу, а там пошло-поехало. Но во все виновата она или он. Но это не все еще причины наших проблем с нервами. Есть еще одна медицинская сторона дела. А именно, все болезни от нервов, только венерические от любви. Есть такая народная мудрость. Сегодня наш собеседник – доктор, невролог Евгений Юрьевич Кирилин. Расскажите, каков круг заболеваний входит в неврологию? Где граница между неврологией и психиатрией? Кому и когда обращаться? К невропатологу, вернее, уже сейчас неврологу, психотерапевту или психиатру? Понятие неврологические заболевания достаточно широкое, да, и включает в себя очень большой достаточно спектр заболеваний. Прежде всего, что такое неврологические заболевания? Это заболевания, при которых происходит поражение центральной нервной системы, в нее входит головной и спинной мозг, и нервы, которые идут на периферию, то есть в конечности, к органам. И, соответственно, все заболевания, при которых поражаются эти структуры, и относятся к нервным заболеваниям. Назовите какие-то. К примеру, инсульт, да, казалось. Инсульт – это же поражение сосудов кровеносных. Совершенно верно, Владимир Иванович. Тут, существует определенная последовательность. Если говорить о причине, то да, причиной являются инсульты, поражение сосуда прежде всего. Но в результате этого поражения сосудов страдает нервная система, поражается нервная система. То есть инсульт фактически в переводе означает инфаркт или некроз мозговой ткани, который происходит в результате прекращения кровотока. Это одна из причин. И вторая причина – в результате излияния крови, когда сосудистая стенка не выдерживает давления, и сосудистая стенка рвется, и происходит излияние крови в мозговую ткань. Страдает уже затем, то есть то, что мы видим уже потом, мы видим уже последствия этого сосудистого поражения, а именно мы видим поражение мозговой ткани, поражение центральной нервной системы, в результате которого уже нарушаются те или иные функции, в зависимости от того, где происходит это поражение. То есть нарушается управление конечностями. Совершенно верно. Конечностями, языком, умением разговаривать. Да. Мышечные. Это самые такие значимые функции, да. Но плюс еще речь, может быть, да, изолированное поражение в результате инсульта определенной зоны коры головного мозга приводит только к нарушению речи, допустим. Это может быть нарушение и психики, остро возникшее неадекватное поведение человека. Тоже может быть в результате инсульта. То есть инсульт имеет достаточно многогранную картину, картину такую с достаточно большим спектром проявлений. Зависящий от того, правая сторона мозга нарушена или левая, где произошло. Безусловно. Как правило, это происходит в одном полушарии, в одной части мозга. К счастью. А и, как правило, все-таки и симптом это развивается при инсульте все-таки с одной стороны, то есть с противоположной стороны той части полушария, той части мозга, где происходит инсульт. А еще какие заболевания, тоже далекие вроде бы, для нас, для обывателей, в обычном понимании, нервы – это что-то такое связанное с возбудимостью человека, а не как с какими-то функциями далекими от нервной системы вроде бы. Инсульт, еще какие заболевания могут быть? Нервная система, в общем-то, как мы уже с вами высказали, что это командный пункт, да? Командный пункт управления всеми, в общем-то, работой всех органов, работой практически всех функций организма. Поэтому поражение нервной системы может проявляться, допустим, как я уже говорил, определенными психическими нарушениями, определенными двигательными нарушениями, определенными нарушениями органов чувств, нарушением
функционированию многих органов, нарушение эндокринной функции, допустим. Вот, то есть, в общем-то, практически вот, при поражении центральной нервной системы может нарушаться работа всех органов, вплоть до сердечной деятельности, когда нарушается ритм сердца, нарушается управление работой сердца и нарушается синхронная работа мышц сердца и так далее. Но это то, что мы знаем по словам ЭКГ. Ну, в принципе, да, да. Который выявляет, да, симптоматику. То есть вот вы хотите сказать, что вот эта вот народная мудрость о том, что все болезни от нервов, это действительно так? В принципе, да, ведь даже природа таких заболеваний, которые мы вот общеизвестные, да, а там язвенная болезнь желудка, да, казалось бы, да, сейчас, правда, теория немножко другая, но, в общем-то, теория так называемая кортико-висцеральная, да, которая была, в общем-то, в свое время принята в 60-е годы, когда считалось, что, допустим, та же язвенная болезнь, бронхиальная астма возникает в результате прежде всего нарушение управления органами дыхания за счет нарушения именно в управлении нервной системы, вот, за счет нарушения именно координаторной функции нервной системы. Вот. То есть, вот интересно, вы сказали, есть достаточно широкое бронхиальное астма заболевание, так лечиться надо у кого? Нет, лечиться надо безусловно у бронхолога, у пульмонолога, да, это так, но я о чем хочу сказать, что вот не последнюю, а даже придавал значение именно главенствующей роли возникновения этих заболеваний нарушением центральной нервной системы, в функционировании, в работе центральной нервной системы. То есть, ну да, там же аллергического типа. То есть, когда какой-то аллергик дает о себе знать, то вся центральная нервная система реагирует соответствующим образом. А вот вы сказали, язва желудка. Ну, раньше было, считалось, да, это от нервов, но потом вроде бы нашли вирус. Нет, там, в общем-то, в настоящее время принята такая, ну да, она бактериальная теория, да, язвенной болезни. Но, понимаете, это не, как, скажем так, один из вариантов возникновение язвы, и, в общем-то, вариант не во всех случаях такой подтвержденный. Ага. То есть это не всегда подтверждается, что именно бактерия является вот этиологической причиной, ну да, причиной есть, именно этой болезни. То есть одна и та же болезнь может быть вызвана разными причинами. Совершенно верно, совершенно верно. Лечиться надо у двух докторов. Так вот, насколько остро вообще, давайте так, возьмем, вот будем пока говорить, нервные болезни, иметь в виду нервную возбудимость человека, не доходящую до психиатра. Вот насколько остро стоит проблема нервов у нас в России, вот вместе, Россия, то есть мы как, очень сильно отличаемся от других этносов? Владимир Ильич, по поводу этносов могу сказать, что, скажем так, сейчас ранее, конечно, отличия были значительные, когда страна была в какой-то мере закрытой, когда был определенный дефицит информации, да, вот, когда не было интернета, когда не было такого, скажем, обилия информации от телевидения, от прессы, вот. Конечно, мы отличались, да. Вот. Но сейчас... Минуту, мы отличались в какую сторону? Мы были более возбудимы или менее? Нет, мы жили в закрытом обществе, мы были менее возбудимы. Да. Мы, в общем-то, мало как бы знали, что спокойно себе жили. Нам представлялось, вот есть у нас там, была цель строительства там социализма, коммунизма, да, вот. И, в общем-то, мы в эту цель так верили, мы действительно искренне верили, что мы идем. И вот в этом плане, вот в плане какой-то объединенности информации, конечно, мы были менее уязвимы. Вот. Не случайно же, вот неврозы – это одна из причин, это вот информационный бум. И действительно существуют даже такие информационные неврозы, да, вот, когда из-за обилия информации просто
человек не выдерживает. Выражаясь современным языком, человека клинит. Да, совершенно верно. Все этой информации. Совершенно верно. И такого понятия, правда, сейчас нет, а ранее было такое понятие – информационный невроз. То есть, на самом деле, невроз от обилия информации. А сейчас его отменили? Ну, сейчас просто в классификации его нет, этого невроза. Обобщили. Да, да, как бы отнесли его в другие формы. А сейчас мы на каком? Мы на первом уровне в мире или где-то в первой десятке по возбудимости, вине, как сказать, по... Ну, можно связать, я так условно, естественно, связываю понятие толерантности и антитолерантности. То есть вот нервные болезни с толерантностью. Ну, мне кажется, что мы далеки очень от международной толерантности, от европейской. Да, здесь, Владимир Ильич, согласен с вами. Здесь, в общем-то, достаточно много факторов, во-первых, да. Ну, с одной стороны, да, толерантность, да, такое понятие немножко очень обобщенное, да, вот. И, конечно, она разная совершенно даже у людей, скажем, различных возрастов в одном этносе, да, и у людей различных поколений, да. Она зависела от многих факторов. Ну, вот да. Мы воспитывались немножко в других условиях, у нас немножко другие, скажем, потребности, ценности. У нас ценности другие, да. И, соответственно, в общем-то, у нас какая-то формула счастья немножко другая. Все-таки мы отличаемся сейчас от поколения, которое вот воспитывается уже нами. Вот. И здесь я хочу сказать, что, конечно, вот мы, безусловно, хотя мы попали, в общем-то, в какую-то тоже переломную эпоху, да, жизни. Многие из нас в расцвете сил попали в эту переломную эпоху, и нам тоже пришлось в некотором смысле менять свои ценности. Но мне кажется, наше поколение, оно вот... Оно более толерантно, вот, чем, скажем, молодое поколение. Ну да, это учитывая тот запас толерантности, который был до капиталистической революции. Ну давайте так, давайте, уважаемые слушатели, давайте прослушаем новости, а потом вернемся к нашему разговору. Итак, мы продолжаем наш разговор с неврологом Евгением Юрьевичем Кириллиным. «Конец света» 2012 года. Как вы к ней относитесь, как невролог? Я набрал фразу «Конец света» 2012 на русскоязычных сайтах и на немецкоязычных. Вы знаете, разница в количестве страниц колоссальная. Причем там они достаточно спокойно это относятся. Они констатируют, что да, есть такой миф. Просто миф. У нас, ну, пляска какая-то дикая по поводу этого конца света. Очень многие люди свято верят в это и в ужасе. Вот вы как относитесь к этой истерии? И вот вам не кажется, что наша то ли психиатрия, то ли неврология должна как-то вмешаться? Потому что я не уверен, что перед 21 декабрем не будет суицидов в нашей стране. Как вы вообще относитесь к этому? Ну, важный, конечно, вопрос вы затронули, Владимир Ильич. Но вы частично сами на него ответили, в общем-то. Оценка такая, что это на самом деле истерия, да? А истерию надо попросту... Гасить, лечить. Надо. Дубинкой. Да, совершенно верно. В то же время, скажем так, вот я работаю сейчас вот реально, да, с пациентами, которые действительно... очень мало, слабо толерантны вот к таким ситуациям, да. Я вот не вижу среди них каких-то вот пока на этой почве, да, серьезных расстройств, именно вот на этой почве. Но я все-таки, Владимир Ильич, не психиатр. Конечно, безусловно, психиатр бы вам ответил на этот вопрос более обстоятельно. Я не касаюсь именно контингента пациентов, которые относятся к области психиатрии. А вот что касается неврологии, я думаю, что мы сами немножко здесь чуть-чуть этот вопрос средства массовой информации чересчур раздуваем. Подождите, мы это кто? Вы и я? Нет, средства массовой информации.
средства массовой информации, я думаю... раздувая вот этот вот вопрос, имеют чисто такие собственные интересы. Засветиться, чтобы посещали сайты те или иные. Ну, вот тут ясно, ничего личного, только бизнес. В психиатрии, конечно, как я вам говорил, существует... такие вот действительно вот формы информационных неврозов, да, такие формы маниакального поведения под воздействием определенных, определенных внешних факторов, там, когда есть ситуации, когда ребенок, да, который у компьютера там проводит часы, дни, да, непрерывные, когда родители работают там на несколько там ставок, в несколько смен, да, не видит, не знает, чем занимается, да, ребенок. И действительно, вот с такими детьми уже родители обращались. Дети просто настолько изолированы от внешней среды, они вот живут в основном в том мире, который создал им этот компьютер. И таких детей много, это больные дети. Их нужно лечить. Ну, как бы это не совсем ответ на ваш вопрос. Это не средство массовой информации. Но я говорю, вот какие формы существуют. Ну, вообще, формально, интернет действительно не является средством массовой информации. Формально. Но фактически он еще более беспардонный массовой информации. К нам приезжал Черепащук, директор Государственного астрономо-геодезического института имени Штенберга. И я задал ему вопрос по поводу одного из телевизионных каналов. Не буду я сейчас говорить, какой. Он сказал, что Академия наук прекратила всякую связь с этим каналом из-за того, что там абсолютно антинаучные передачи. К сожалению. Но давайте вернемся на Землю, даже не к нашим баранам, а к нашим телам. Мы сказали о том, что все болезни от нервов, а насколько верно обратное утверждение. То есть состояние нервной системы человека способствует вылечиванию от самых разных заболеваний. Безусловно. Владимир Ильич, очень много фактов в истории, да, и мы прекрасно знаем, как наблюдение еще Пирогова, да, Николая Ивановича, когда он, да, наблюдал, что рану у победителей это заживает намного быстрее. Это его, в общем-то, было открытие. Абсолютно верно. То есть на хорошем, да, психологическом каком-то фоне, во-первых, и обострение случается легче, если даже меньше, если даже у него есть какие-то у пациента хронические заболевания, да. Ведь, как правило, хронические заболевания есть практически у каждого сейчас человека. Да. У кого нет хронического гастрита, у кого нет хронического панкреатита. И одним-то из провокаторов и достаточно таким весомым фактором является как раз состояние нервной системы. Не всегда пищевой фактор является фактором обострения гастрита там, или еще там фактором обострения язвы. Очень часто мы это отмечаем, что стрессовый фактор является какой-то дискомфортный психологический, да, такой именно фон является фактором обостряющим даже соматические заболевания. Я не говорю о наших неврологических заболеваниях. То есть и при любом заболевании надо прежде всего верить в хорошее выздоровление. Конечно. И это вот будет помогать. Вот соотношение психотерапевтов на том же Западе, в Соединенных Штатах Америки, соотношение терапевтов и обычных врачей практики, оно совсем другое. Ведь у нас на одного врача-психотерапевта там, ну, наверное, около 100 с лишним врачей общесоматического, да, профиля. А там их порядка 20%. Это удельный вес. Это уже менталитет. Да, да. Но то есть у нас, ну, я не уверен, что у нас кто-то пойдет. Во-первых, не пойдут ввиду материального положения своего, потому что психотерапевт у нас, как я понимаю, в основном частники. А простой человек, ну, вряд ли он пойдет к психотерапевту, потому что опять он считает, что он нормальный. Ну, это менталитет другой тут. Нет, а здесь вот и, знаете, имеет значение авторитет врача первичного звена, Владимир Миронович. Если врач первичного звена
очень, значит, правильно поставил хотя бы, ну, ориентировочно тот диагноз, то, скажем, ну, предположение о том, что здесь действительно заболевание, относящееся к сфере пограничных нервно-психических расстройств, вот, и ничего другого здесь нет, то он, как правило, грамотный врач первичного звена, как правило, все-таки ориентирует больного правильно. Он направляет его к психотерапевту. И у нас, слава богу, в Сызрани, в этой области, появились хорошие подвижки. Сколько? У нас появились врачи-психотерапевты. Сколько? Ну, я знаю вот лично о троих, о трех врачах психотерапевтов. На 185 тысяч населения? На 185 тысяч населения. Но раньше их вообще не было. А сейчас появились медицинские психологи в стационарах. Вот, допустим, в нашей центральной городской больнице появились медицинские психологи, которые работают с больными очень достаточно тяжелого профиля. Это и почечные больные с почечной недостаточностью, это и больные с инсультами. У нас в штате нашего отделения есть врач-медицинский психолог, и она нам очень здорово помогает. Я думаю, все равно это недостаточно, потому что... Нет, то, что это недостаточно. Востребованности со стороны больного нет. Давайте еще теперь упростим нашу жизнь и перейдем к невралгиям. Невралгия – это ваш, что я имею в виду, может быть, я опять не совсем прав, это судороги, это межреберные невралгии, то есть болевые такие ощущения человека, это тоже ваше. Владимир, уточню, что судороги, это не невралгия. Судороги – это немножко другой симптом уже. А невралгия, да, ну в переводе алгос – это боль. То есть, соответственно, что такое невралгия? Это то, что проявляется болью. Боль, в общем-то, да, она достаточно неоднозначна. Она имеет очень много характеристик, да, и сейчас… Появились даже специалисты, безусловно, это в центрах таких, там, московских, в Петербурге, центры именно по лечению боли, да, потому что, в общем-то, пришли к выводу, что в некоторых случаях знаний врача общей практики, врача-невролога иногда не хватает для того, чтобы, недостаточно для того, чтобы снять эту боль. А невралгия, в общем-то, фактически это одна из разновидностей боли, которая характеризуется таким вот именно стреляющей характеристикой, то, что это стреляющая, как электрическим током, да, возникающая, как правило, приступообразно, и точно так же, как внезапно возникает, и точно так же она исчезает. А причинами этой невралгической боли может быть достаточно много различных заболеваний. Это заболевание не только касающееся неврологии, это не только заболевание позвоночника и не только заболевание, когда страдает первичный нерв. Это заболевание внутренних органов, это заболевание, ну, самого различного уровня, понимаете, поражения. Поэтому, в общем-то, в это понятие входит достаточно огромный спектр различных состояний. Ну, а самые такие примитивные – это вот формы невралгии тройничного нерва. Это что такое? Пятая пара черепно-мозговых нервов, которые, в общем-то, формируются там, внутри головного мозга, там есть такая часть мозга, но болит именно лицо. Вот когда болит лицо, и боль имеет такие характеристики, как стреляющая, пароксизмальная такая боль, то есть приступообразная боль, как электрическим током, тогда надо обращаться к врачу-неврологу. И в этом случае врач-невролог правильно может расставить акценты, потому что причинами этой боли могут быть различные воспалительные заболевания именно такого плана, как гайморит, фронтит, различные заболевания, которые касаются стоматолога, да? И вот невролог, в общем-то, правильно назначив ориентир такой, обследование, да, правильно назначив план обследования, выясняет, что является причиной этой неврологической боли. Тогда невролог принимает конкретные уже способы лечения. То есть там это может быть иглорефлексотерапия, и медикаментозное лечение, и физиотерапевтическое лечение. Вот, вот это что касается невралгии. Ну, вообще, если вы хотели замутить мое сознание по поводу нервных болезней, считайте, что вам это очень хорошо удалось. Спасибо. Но... Это как
комплимент или какой-то все-таки недостаток в моей подготовке к вашей передаче. Был такой, наверное, давным-давно был такой Перельман, писатель. Он популяризировал науку. Были книжки такие там. Занимательная физика. Занимательная физика, да, занимательная химия. Да, замечательно. Вот у него как-то это хорошо получалось. Хорошо. Но вы, Кириллин, вы явно не Перельман. Согласен. И вот у вас занимательная неврология, вам лучше не писать книгу. Вот я простой советский, вернее, российский, россиянин. Еще вот таких много, как я. Вот живу себе, кушаю, ем, сплю. Бывают такие моменты, пункты, на которые надо обращать внимание в плане будущих заболеваний нервических. Ну, да, в общем-то, конечно, здесь что имеет значение, скажем, конечно, настроение, прежде всего, изменение настроения. Оно у нас бывает у всех изменчиво, да. Но мы уже привыкли к определенному, что ли, циклу изменения стереотипу своему. Да. А вот вы чувствуете, что вот у вас затянулось немножко настроение-то. Что-то вы стали ворчлив слишком. Вот. Что-то вы стали... Это может быть связано с годами. Да, с другой стороны, да, здесь, вот скажем, появились в поведении немножко черты, которых раньше не было. Стремление такое вот появилось там, уединенности, к одиночеству немножко так вот, да. Изменилось отношение там к тем ситуациям, которые раньше вас совершенно, в общем-то, как бы и не трогали, да. Сейчас вы стали по-иному на это реагировать. Я чуть-чуть вас перебью. Да. Вот вы имеете в виду мои ощущения или ощущения наблюдений моих близких людей? Человек сам за себя, он не может уследить. Да, но здесь я только приступаю к тому, что здесь достаточно много таких факторов, вот, на которые обычный человек обращает внимание. Но прежде всего, вот что его, как правило, сильно затрагивает, это нарушение сна. Вот сон для любого человека – это, в общем-то, важный момент в жизни, да, по сне мы проводим практически, одну треть своей жизни, да. И, в принципе, всегда человек, у которого нарушился сон, он еще не придает этому значения, что это связано с какими-то неврозами, там, с какими-то состояниями такими, но вот это его уже задевает, это заставляет его обратиться к врачу. Первое, что это, вот, нарушение сна, да. На что еще обращают внимание? Ну, чаще всего женщины. Изменение веса, да, или она худеет ни с того ни с сего, но, как правило, сильно полнеет. Да? Без гормональных препаратов. Без гормональных каких-то препаратов, да. Изменение аппетита. То есть человек, у него аппетит достаточно серьезно изменился, да, снизился, допустим. Или наоборот повысился, да. Это тоже один, как правило, из факторов обращения уже далее к врачам, да. Другими факторами является, конечно, и мнение людей окружающих, в котором вы живете, в семье, на работе, да, которые, в общем-то, что-то соседи стали немножко замечать, соседи по дому, что вы стали какой-то менее пунктуальны, да, не приносите... Зарплату уже нет, да, деньги не оплачиваете за лифт вовремя, да. Они приходят и говорят, что это такое, мол, да. Что-то вы немножко не в себе, что-то изменилось. И мнение окружающих для нас тоже важно. Оно заставляет нас обратиться к врачам иногда. Ну, это достаточно сложно. Человеку трудно признаться. Я говорю, что нервные болезни, они у обывателей ассоциируются с психиатрией. Как заставить человека обратиться к врачу, я думаю, что это проблема. А как вообще вести себя с таким человеком? То есть вот успокаивать его, не поддаваться провокации, или наоборот, жестче себя вести? Линия поведения близких, да, она зависит от того, насколько серьезное нарушение. Разнообразные нарушения, которые могут укладываться как в спектр очень серьезных заболеваний психиатрических, так и достаточно несерьезных, каких-то чисто ситуационных, реактивных состояний, реакции там на какой-то стресс, там команда любимая проиграла. Да? Вот надо успокаивать человека или наоборот ему поддакивать, что да, вот бедный ты несчастный, действительно
противники, сволочи, выиграли у твоей любимой. Что тут вот линии, ну, или разных, она индивидуальна? В разных ситуациях, Владимир Ильич, вот поведение близких достаточно, так скажем, индивидуально, как вы правильно сказали. То есть нельзя какой-то вот выработать стереотип, что вот, вот с таким пациентом себя так вести, а с таким пациентом себя так вести. Хотя линия поведения родственников и линия поведения врача, она может немного отличаться. Ну да. То есть в период тяжелого заболевания какого-то больному, безусловно, нужна поддержка. Он должен видеть эту поддержку, ощущать ее. Ситуационные какие-то расстройства нервной системы, которые возникли в ответ на какой-то стресс, ну, здесь тоже нужна поддержка. Так, ну а сейчас мы бы хотели обратиться к двигателю. К двигателю торговли чего? Совершенно верно, рекламе. Продолжаем наше интервью «Что такое нервные болезни» с Евгением Юрьевичем Кириллиным. Опять у нас с вами такая достаточно интересная вещь. Есть такая великая русская пословица, может быть, она не совсем русская: «Кво лечит йовис, но лечит бовис», что в переводе на латинский язык значит, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Почему я об этом говорю? Это, наверное, очень важно именно в плане нашей темы. Больной, если у него есть какие-то же элементы заболеваний, для него очень важно, кто с ним общается и как с ним общается. То есть он может прислушаться к мнению врача-специалиста, но те же слова, сказанные близким человеком, могут вызвать совершенно другую реакцию обратно. Как к этому относиться? Владимир Ильич, безусловно, то, о чем вы говорите, имеет место. Не каждому пациенту можно сказать правду о его заболевании. Правда, да. Не каждому. Существуют разные категории пациентов, они тоже к врачу по-разному относятся. И врач должен видеть, к какой категории относится пациент. И врач иногда должен выполнять в этом общении разные немного роли. Где-то он должен в простой директивной форме доводить до больного то, что ему необходимо. И другого пациента немножко уровня, да, он должен привести своими вопросами к истине, вот к тем рекомендациям, которые ему необходимо выполнять. Я хочу сказать, что линия поведения врача, она зависит от пациента, от типа его нервной системы, от его уровня его развития, безусловно, да, а вот его типа нервной системы. Это тоже имеет значение. Когда врачу общей практики практически отведено на общение с пациентом там 8 минут, да, 12 минут, ему, конечно, некогда узнать о пациенте. И в идеале, конечно, врачи общей практики и семейные врачи, они должны знать характер своего пациента, знать его уровень развития, знать его тип нервной системы. Да, основано на многолетних наблюдениях. И строить тактику лечения, свои рекомендации именно в зависимости от нюансов больного, от его уровня развития, типа нервной системы и так далее. Евгений Юрьевич, вот у меня нарушена последовательность сна. У меня, я иногда поздно ложусь, поздно встаю. Это связано с тем, что у меня домашняя работа. Но я прихожу к вам и говорю: вот у меня, знаете ли, сон нарушен, там, вот у меня тремор в руках, вот у меня невралгия. И что вы будете со мной делать? Вы потребуете вы потребуете, чтобы участковый дал направление. Вы ко мне обращаетесь как специалист-неврологу, да, Владимир? Нет, Владимир, я вот, да, угу. Встретились мы с вами случайно в коридоре ЦГБ. А вот как быть мне? Значит, не факт, что участковый даст направление к вам. Потому что таких внешних признаков агрессии или тремора очень сильного, или судорог у меня нет. Владимир Ильич, не обязательно ко мне. У нас есть, в общем-то, у нас в Сызрани хорошая команда неврологов. Пожалуйста, есть. Прихожу. Угу. Прихожу к команде. Ну, к неврологу. Команды нет, неврологи. Прихожу. Что он должен сделать со мной? Владимир Ильич, прежде всего, неврологический осмотр провести. Такое, то есть постучать такое, по коленке? Такое, казалось бы, да, примитивное, да, орудие, как молоточек, да, достаточно
дает много информации неврологу о том, что является, ну, предварительно причиной вашего состояния. Ну, дергается нога, дергается. Далее у нас существуют еще и технические методы исследования. Ну, ЭКГ, скажем, ну, входит. Электрокардиограмма, да. Рентгенологическое исследование, там, позвоночник, скажем, или костей черепа, головы, то есть, да. Это глазное дно. Начинаем периферию смотреть. Это глазное дно, да. А фактически это, в общем-то, зеркало. Тоже глазное дно – это зеркало в определенной мере состояния нервной системы. Зеркало состояния периферических сосудов нервной системы. Вы говорите не о радужной оболочке, а именно о дне? О глазном дне, говорю, да. Я не о иридодиагностике. Да, да. Да, все-таки... И окулисты, они обладают достаточным опытом именно по глазному дну определить заболевания нервные? Нет, не совсем правильно, да. Просто глазное дно неврологу помогает определить, есть ли определенные нарушения. Там очень достаточно, ну, много нюансов. Так должен смотреть, кто невролог, мое глазное дно, или все-таки он отправляет? А безусловно, отправляет к окулисту. То есть техническую часть, да, выполняет окулист. Ага. То есть он его смотрит, он его описывает, это глазное дно, создает определенную картину, да, и затем, имея вот на руках вот эту картину, больной идет к неврологу, и невролог фактически сопоставляет то, что он выявил, то, что есть на глазном дне, то, что выявилось рентгенологически, и, конечно, у него уже возникает определенная картина заболевания или определенная картина там, причин заболевания. Я могу пойти самовольно к окулисту и попросить, чтобы мне исследовали глазное дно на предмет нервных заболеваний? Или только... Нет, Владимир Ильич, в общем-то, это должно исходить от невролога. Может быть, неврологу будет достаточно, да, после того, как вы ему расскажете о себе, да, о историю своего заболевания, да, это имеет огромное значение. Вот, общение вот это, да, как вы преподносите свое заболевание, как вы говорите о своих симптомах, да, это тоже имеет значение. Все это имеет значение. Может быть, ему для определение диагноза и нет необходимости в картине глазного дна. Это подспорье только при определенных заболеваниях, но далеко не при всех заболеваниях нервной системы глазное дно является подспорьем. Владимир, мы с вами можем разговаривать об этом очень долго, но вот я так понимаю, что конкретно в этой передаче наше время ограничено. Да. Уважаемые радиослушатели, если вы что-то поняли из нашей беседы, я, честно говоря, мало что понял, и у вас возникли вопросы, то можете нам звонить, задавать, смс-кой посылать, а мы постараемся на них ответить. Значит, только имейте в виду, что диагнозов по телефону ни один уважающий себя врач ставить не будет. Итак, всего вам доброго. До новых встреч. Всего доброго, спасибо.